Видеообзор компьютеризированной швейной машинки Janome Clio 200. Это новейшая модель компьютеризированных швейных машинок фирмы Janome. Она обладает большим функционалом для шитья. В машинке реализована возможность выполнения 300 швейных операций, включая вышивку алфавита с символами кириллицы. Машинка имеет надежную конструкцию, светодиодную подсветку рабочей зоны, съемная рукавная платформа для шитья узких круговых изделий. Помимо универсальной лапки, в комплекте лапка для автоматического выметывания петель, оверлочная лапка, лапка для вшивания молнии, для потайной и декоративных строчек. Janome Clio 200 имеет все достоинства компьютеризированных швейных машинок. Горизонтальный челнок, который обеспечивает тихую работу машинки. Систему нитевдевателя для удобства заправки нити. Регулятор давления лапки на ткань. Натяжение нити. Кнопку реверса. Кнопку старт-стоп. Кнопку точечной закрепки. Положение иглы при остановке машинки. Регулятор скорости шитья. Добавлена функция автоматической обрезки нити. На жидкокристаллическом дисплее отображается вся информация о текущих параметрах строчки. Простая система выбора строчек с кнопками прямого доступа к основным швейным операциям. Компьютеризированную швейную машинку Janome Clio 200 отличает большое разнообразие стежков и функциональных возможностей. Это отличная машинка для любителей шитья.